Я вот батька хочу спитати. Ну вже ви теж так вважаєте? Ну, ви знаєте, я вам скажу, як це працює. Ну, урізали її фінансування, так скажу. Вона не общалася зі мною несколько місяців. Потім вона просто звонила, і сказала, просила извинения, хочет у меня лично попросить извинения и пригласила меня к себе. Времени. Ну, знаете, получилось так, что получилось. К сожалению, я был отравлен, был нанесен вред моему здоровью. И я сделал это молодцом. Это потому что это нельзя.